Adobe продемонстрировала инструменты на базе генеративного искусственного интеллекта, способные создавать видео из текстовых описаний. Google тестирует функцию Ask Photos с распознаванием объектов и сюжетов на ваших фотографиях. Профессиональный уровень с новым VivoBook Pro 15 OLED. Твердотельный накопитель с воздушно-струйным охлаждением и скоростью до 3 гигабит в секунду. Всем привет, друзья, с вами Яр Качер, это Asus Live, новости IT, технологий, железа и, конечно же, самая актуальная и свежая информация про наши инновационные продукты. Всем приятного просмотра, погнали! Компания Adobe приоткрыла завесу тайны над своими новыми разработками в области генеративного искусственного интеллекта для видео. Главная новинка – инструмент, способный создавать видеоклипы из простых текстовых описаний. В свежем промо-ролике Adobe похвасталась тем, как Firefly превращает текст в видео. Представьте, вы описываете сцену, а искусственный интеллект ее оживляет. Можно даже поиграть в режиссера, меняя ракурсы, движение камеры и расстояние до объектов. А еще Firefly научился превращать обычные картинки в видеоклипы. Удобно, если нужно быстро заполнить паузы в видео или добавить перебивок. Одно из главных преимуществ Firefly — его коммерческая безопасность. В отличие от некоторых конкурентов, эта модель обучалась исключительно на легальном контенте, материалах с открытой лицензией из общественного достояния и Adobe Stock. Это должно успокоить тех, кто беспокоится о возможном нарушении авторских прав. Что касается даты выхода, то сначала эти функции появятся в отдельном приложении Firefly в этом году. Но это только начало. Adobe планирует внедрить новую видеомодель Firefly во все свои продукты — Creative Cloud, Experience Cloud и Adobe Express. Google приступила к тестированию функции Ask Photos в приложении Google Photos. Эту новинку, о которой компания объявила еще в мае, теперь опробуют пользователи Google Labs в США. Суть Ask Photos в том, чтобы превратить ваш фотоальбом в собеседника. Хотите узнать, где мы в последний раз ночевали в палатке на озере или какое блюдо нам подавали в ресторане? Теперь это возможно. ИИ-ассистент Gemini покопается в ваших снимках и выдаст ответ, подкрепив его нужными фотографиями. Заодно Google улучшил и обычный поиск по фотографиям. Теперь можно вводить запросы вроде «Никита и я смеемся на Красной площади», и система подберет нужные кадры. Пока что эта функция работает только на английском, но обещает заговорить и на других языках уже через пару недель. Друзья, сегодня я расскажу вам о великолепном ноутбуке для тех, кто работает и играет на профессиональном уровне. Встречайте Asus VivoBook Pro 15 OLED 2024 года. Ноутбук Asus VivoBook Pro 15 OLED подходит и для создания медиаконтента, и для игр благодаря мощной аппаратной конфигурации. В максимальной версии он включает в себя новейший процессор Intel Core 9 Ultra со встроенным нейронным процессором, видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4060 с дисплейным мультиплексором, 24 гигабайта оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель NVMe емкостью 2 терабайта. Мощный ноутбук, такой как VivoBook Pro 15 OLED, требует надлежащего охлаждения, однако излишний шум вредит творческому процессу. В полноскоростном режиме эксклюзивная система iSchool Pro позволяет увеличить общий термопакет центрального и графического процессоров до 125 Вт без снижения производительности из-за тротлинга. Дисплейный мультиплексор позволяет переключать графическую подсистему ноутбука между гибридным режимом и режимом дискретного видеокарты. Первый обеспечит длительную автономность при легких задачах, а второй — улучшенную производительность при запуске игр и других требовательных к графическим ресурсам системы приложений. Любой контент выглядит на ноутбуке VivoBook Pro 15 OLED великолепно, ведь он оснащается передовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:9, разрешением 3К и исчезающей тонкой рамкой. Отличные скоростные характеристики в виде частоты обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 миллисекунды гарантируют плавное отображение динамических сцен. Кроме того, дисплей может похвастать точной цветопередачей, кинематографическим цветовым охватом и расширенным динамическим диапазоном. VivoBook Pro 15 OLED может похвастать изысканным дизайном, доступным в двух цветовых вариантах — сером Earl Grey и серебристом Cool Silver. Тонкий корпус с четко очерченными гранями снабжен прочной металлической крышкой. Оригинальным штрихом в облике устройства является клавиатура, выполненная в двух цветовых оттенках. Более подробную информацию о ноутбуке Asus VivoBook Pro 15 OLED вы можете узнать на нашем сайте. Сайте.
Компании Iodine и Froar System анонсировали новый портативный твердотельный накопитель, который, по словам производителей, был разработан для создания фильмов, визуальных эффектов и творческих производственных процессов и является одним из новейших продуктов на рынке, оснащенных AirJet, первым в мире твердотельным чипом для активного охлаждения устройств. Накопитель оснащен корпусом из обработанного алюминия с тройным анодированием, защитой из закаленного стекла и настраиваемым дисплеем для электронной бумаги диагональю 2,1 дюйма. Iodine Pro Mini емкостью 4 или 8 ТБ предлагает универсальные возможности подключения, в том числе порт USB-C с питанием от шины, который автоматически определяет тип подключения и соответствующим образом регулирует его скорость, поддерживая подключение Thunderbolt со скоростью до 40 гигабит в секунду. Безопасность – еще одно преимущество этого продукта, благодаря использованию ключей доступа вместо паролей, а также шифрованию корпоративного уровня и аппаратно-ускоренной защите данных RAID 6. Pro Mini также оснащен встроенным Bluetooth-маяком для отслеживания местоположения. Pro Mini появится в продаже в первом квартале 2025 года, однако его можно заказать заранее, предполагая, что дороговизна не является ограничителем. $1500 за версию объемом в 4 терабайта и $2200 за модель объемом 8 терабайт. На сегодня это все, я с вами не прощаюсь. Говорю до новых встреч, спасибо за просмотр, с вами был Яркачер, это Asus Live. Следите за нашими новостями, будьте с нами. Пока!